Ребят, всем привет! Сегодня у нас с вами очередной видос. Мы сделаем 100 спин-офф по рублю. И у нас, ребятки, будет Бэгейминг Пеликан. Слот хороший. Похож на собак. Механика такая же. Вся фишка, как говорится, в иксах, правильно? Чем больше иксов в бонуске, тем и лучше. Ну что, ребята, сделаем 100 спинчиков по рублику, а дальше будем смотреть по обстановочке. Поехали, 100 спинов, залетаем. Будем надеяться, хотя бы одну бонуску мы выловим, поймаем и посмотрим. Хотя даже если вот поставить штук 5 пеликанов, даже вне бонуска не нужна будет. Я думаю, по рублику будет красиво. Что в пеликанах, что в собаках. Ставка уже хорошая, как бы, поэтому будем смотреть, что с этого получится. Ребята, а вы пока подписывайтесь на канал, на тележку. Тележка наша в описании канала, залетайте. На наши стримы прилетайте. Как всегда, у нас анонсы стримов тележки. Ну что ты? Кстати, байтов пока нету, байтов пока нет. Пока тишина, причем по одному этому ставят пеликашки. Хотя бы штучки 3 поставил, было бы интереснее посмотреть там. И причем почему-то ставит только на четвертом барабане. Он только четвертый барабан, ну на третьем поставил. Ну давай поставь 3 штучки так в ряд на X3 нам. Какие-нибудь крабика дай сыграй. Ну, как-то слабенько, ребятки, мы идем. Очень слабенько. Неужели даже за 100 спинов мы не увидим бонуски, да? Как бы не хотелось бы. Хотелось бы посмотреть хотя бы одну бонуску. А лучше, конечно, за носик. Ну, вот поставил 2, и то не сыграли. Вот так вот в 3. Ну, смотри. Ну, и сыгровка десятки. Ну, что это? Третий барабан не поставил. Ну, дай бонус. Первый байт. Первый байт. О, есть бонуска, ребята. Ровно 44 спина бонуску поймали. Ну, давайте посмотрим. Ну, что ты нам удивишь, пеликашек. 3, 5, 6. А что это за праздник у нас прям такой? Ну, как вы, ребята, знаете, может быть шляпа. Спины не решают. Ну, смотрим. У нас заносы были и на 11 спинах, и на 10. Ну давай, пеликаш, а где наши вилды? Да, иксовки не видать, ребята, и это плохо. А где? Х0? Ну нет же. Ну нет же, не может быть такого. 6 пустых спинов. Отлично идем, ребят. 6 пустых спинов, идем хорошо. Первого поставил. Ну ты молодец, конечно. Пиля. Ну вот копейка, вот таких вот полянку нам бы с иксами. Ну это шляпа, ребят, полная. 3 спина осталось. Ну, вообще ни о чем, даже линию не такой. 2 спина. Последний спин. Ну, ты, конечно, молодец. 13 рублей, ребят. 13 рублей пиля навалил нам. Вот ты подставу нам сделал, конечно. Ну, ладно, смотрим, ребятки, дальше. Надеемся, еще какую-нибудь одну бонуску выдаст. Да. Пеликанус. Я-то думал хотя бы X50. Хотя бы X50, но не настолько смешную. Но он ее поставил, вопросов нету. Ну что? 50 спинов позади, ребят. 50 спинов позади. Бля, ну хотелось бы еще одну бонуску посмотреть. Я думаю, вам тоже и бонуску, которую хорошую, которая заносная. А не вот это. И причем был первый байт, и сразу же с первого байта поставила бонуску, то есть, да? Ну... И здесь бонуски, короче, X75 стоят. Не X100. Как обычно, X75.
Ну, блин, ну не мог закрыть, хотя бы три пеликана поставил бы, сыграла бы звездочка, и тоже была бы копейка, кстати. А там бы еще что-нибудь подъехало. Ребят, 30 спинов, 30 спинов осталось. Ну, попахивает какой-то шляпой, конечно. Ребят, кому интересно, 100 фриспинчиков в тележке залетайте, забирайте без вагера. Вся информация о стримах, розыгрыши, бонусы, все в тележке. Тележка наша, ребятки, в описании канала. Двадцать спинов. Ну, попахивает, ребята, сливом. Попахивает жестким сливом. Ну ты крабуса даже не поставил. Ну, вообще шляпа. Вот ставит два пеликана, которые не играют. Видать, сегодня нам, ребят, с вами не повезло. За носиком мы не увидели, но когда-нибудь мы здесь заберем хороший куш и будем радоваться этому. Ну, бонуску, да не дашь ты. Ну, конечно, чтобы ты дал бонуску после той бонуски шляпной, вероятности мало. Тем более байтов очень мало было. Каждых 50 спинов 1 байт, очень слабенько. Даже линии не закрывает. Даже не закрывает линии. 6 рубликов накинул. Ну да, 60 рубасов съел. Ну, дай. Ну вот мог бы еще, вот видите, мог бы нарисовать тут вот сюда бы, да? То есть играло бы две линии, три линии было бы. Ну не захотел. Все, ребят, вот как-то так у нас с вами вышло. По факту минус 50 рубасов. Давайте докрутим. Дашь? Все, ребятки, у нас на балике 150 рубликов. Поэтому минус 50. Слот интересный. Кому интересно, подписывайтесь на канал, на тележку. Видео у нас много. Залетайте в раздел видео и смотрите другие видосики. Все, ребята, всем спасибо. Меньше замазывайте. Жду вас обязательно на стриме. Вся информация, как всегда, в тележке. Все, ребята, всем спасибо. Всем удачи. Всем пока.